Следующее упражнение – ножницы в лодочке. Мы ложимся на живот. Ноги прямые, руки прямые. Из этого положения мы поднимаем ручки и ножки в лодочку, задерживаем в таком положении и начинаем делать ножницы руками и ногами. Оставляем их прямыми на протяжении всего упражнения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.